Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что же вам делать в вашей жизни, чтобы в вашем доме всегда водились деньги. Простая практика, которая поможет вам привлечь денежную энергию. Это, друзья, очень сильная практика, и мы рекомендуем ее провести в самое ближайшее время. А прямо сейчас, друзья, подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, и, друзья, обязательно смотрите на наши видео на канале, потому что у нас очень много важной, ценной и интересной информации. А прямо сейчас в комментариях напишите, что больше всего вы бы хотели бы в ближайшие 4 месяца, да, именно в 4 месяца заиметь или приобрести. Например, недвижимость. Напишите, что конкретно. Квартира, например, трехкомнатная. Или, например, вы желаете путешествовать. Напишите в комментариях, что путешествие, например, на какие-то острова. И напишите желательно с кем, с любимым человеком, с детьми, с родителями и так далее. Почему именно так? Дело в том, что таким образом мы с вами запускаем определенные энергии, энергии созидания и творения в космос, во Вселенную. Когда мы с вами печатаем, когда мы с вами пишем, мы прикладываем определенную энергию. И вот эта энергия правильно трансформируется и отправляется во Вселенную. И нам возвращается в течение определенного периода времени. Ну а давайте теперь вернемся, какую же практику провести, чтобы деньги всегда были в нашем доме. Вы знаете, энергия денег – это особая энергия. И те, кто научился с ней работать, знают о том, что у нее есть свои определенные правила. И к одним людям денежной энергии и вообще деньги приходят легко, приходят быстро. И люди ощущают их силу и то, что они, то есть вот сами деньги, они видят, что люди достойны их присутствия, и обращаются люди, в том числе, чтобы замотивировать себя, обращаются к разным ритуалам, практикам. А вот другим людям нужно доказывать, что они достойны вот этой энергии, готовы обрести ее в своей жизни. Ведь в какой-то момент они совершили неправильный поступок, и денежная энергия посчитала, что они не готовы, чтобы она окружала их. Это часто происходит особенно в те моменты, когда человек заимел сумму денег, то есть он получал ежемесячно какую-то определенную зарплату, на которую он жил, что-то планировал. Но произошли какие-то события, произошла какая-то подработка, повысили в должности, человек, соответственно, получает больше денег в неделю, в месяц, в год и так далее. И человек начинает бездумно тратить свои деньги. Он начинает с теми людьми, которым когда-то он дружил, которые его являются жизненными учителями, он начинает им хамить, он начинает считать, что везде вокруг него одни конкуренты. И денежная энергия, она захлопывается, она закрывается. Мы должны это признать и понять, как только вы это поймете, что вне зависимости, сколько у вас денег в кармане, 1, 100, 200, миллион, вы должны всегда оставаться людьми. Мы сейчас не говорим о каких-то богатых людях, потому что там немножко другие законы, которым простым людям не понять. Но вы должны понимать, что те деньги, которые зарабатываются нечестным трудом, это деньги... Знаете, они за них, знаете, вот происходит бумеранг, он есть всегда. И самое страшное, когда этот бумеранг приходит уже в зрелом возрасте. Поэтому, знаете, берегите честь с молоду, это очень важно. И к многим людям приходится обращаться, конечно, за помощью к обрядам, к ритуалам, учиться соблюдать правила для того, чтобы получить еще одну возможность в отношении денежной энергии. Также бывает такое, что завистливый и нечистосердечный человек, возможно, побывал в вашем доме. И после этого начинаются постоянно какие-то финансовые проблемы. Деньги постепенно утекают из дома и притягивают своим отсутствием еще и разные проблемы. Или человек не проходит испытание, которое денежная энергия готовила для него. Знаете, появлялся какой-то соблазн. И заполняется все пространство вокруг человека только мыслями и разговорами, какими-то действиями, которые связаны с деньгами, и этим самым также теряет деньги. Поэтому какой бы ни была причина отсутствия денег в вашей жизни, есть один очень действенный ритуал, о котором мы с вами далее поговорим. Этот ритуал передавался из поколения в поколение.
поколение. И благодаря этому ритуалу вы сможете вернуть все в свое русло. Перед проведением самой этой практики в обязательном порядке проведите чистку дома. Выбросите, да, вот все ненужные, все старые, все поломанные вещи. Не забудьте вычистить все углы и полы в вашем доме. Очистите энергетику и заполните энергетику только положительными, только созидательными энергиями. Пожалуйста, это очень важно. Когда вы все уберете и вымоете, возьмите свечу белого цвета, разрежьте ее на 7 кусочков, сделайте из них круг на блюдце. И вот обойдите с этим все ваше жилье, но по часовой стрелке. При этом проговаривайте такие слова: негатив из своего дома убираю, 7 свечей на помощь привлекаю, их силу с помощью круга увеличиваю, негатива в доме моем места нет, весь уйдет и больше в дом мой не войдет. Если свечи не успели догореть, пока вы сделали круг по дому, оставьте тогда блюдце со свечами возле входной двери и дайте им догореть. Затем соберите их в левую ладошку и выбросите через правое плечо со словами: «Свечи выкидываю, а с ними и негативу дорогу в дом перекрываю». Проделав это, откройте все окна в доме и запустите положительные энергии в него. Затем также нужно очистить свою энергетику. Для этого нужно обязательно принять ванну с солью, кинуть веточку мяты, насыпать ромашечку и, друзья, выдавить сок апельсина. На ваше усмотрение, можете одну капельку, а можете весь апельсин. И когда будете купаться, говорите следующие слова: энергетику свою очищаю, положительными энергиями себя окружаю, ритуал удачно проведу и энергию денег привлеку, подзарядив ее положительными энергиями. И приготовившись, когда вы почувствуете, придет это время, в любой день, но главное, чтобы это была полночь, вы уже сможете приступить к проведению следующей части этой практики. Для этого вам понадобится 7 монет желтого цвета, но, друзья, одинакового номинала. Величина номинала здесь не имеет значения. Также вам понадобится свеча и нитка зеленого цвета. Монеты под ковриком сложите одна возле одной, но чтобы одним боком левым монетка заходила на монетку. Затем сделайте вокруг них круг из зеленой нити и капните на нить по кругу 7 капелек воска, проговаривая такие слова: воск денежной свечи, свои капельки в деньги преврати, энергию денежную в эту нитку притяни. Затем капните по капле воска на каждую монету и при этом проговорите такие слова: каплей воска печать ставлю, денежную энергию прибавлю, в доме моем будет она и финансовые дела наладятся. Затем поставьте свечу в левый угол, а вашу нить завяжите на левом запястье, проговаривая следующие слова: нить денежную ношу, с каждым днем денежную энергию вокруг себя приумножу. Кончики нити припалите над свечой, монеты накройте ковриком и при каждом разе, когда будете заходить в дом, 3 раза хлопайте обязательно левой ногой по вашему коврику и проговаривайте такие слова: «В дом вошла, вас деньги поприветствовала, со мной в дом входите, друзей своих приводите». Эти слова проговаривайте каждый раз, когда входите в дом. И очень скоро деньги начнут появляться в вашей жизни. А когда ваше финансовое положение стабилизируется, возьмите свечу, снимите нить с запястья и сожгите ее, проговаривая следующие волшебные слова: «Денег много у меня, за это благодарить буду их день изо дня». Эти слова проговаривайте на протяжении всего времени. Затем обойдите по часовой стрелке весь ваш дом, чтобы закрепить денежную энергию, и постарайтесь задерживаться подольше в углах. Хотим обратить внимание на несколько моментов. Первый момент. При проведении этой практики ваш ковер у входной двери или половичок должен быть новый. Это обязательно. Только старайтесь покупать так, чтобы он не был самый дешевый. То есть он более-менее нормального качества. Или вы выберете тот, который вам понравится от души. Бывает так, что есть какие-то картинки, есть какие-то слова, которые вам понравилось. Приобретайте именно такой коврик. И второй момент.
Когда вы будете делать первую часть этой практики, а это надо поубирать, сделать генеральную уборку, не жалейте ничего. То есть вы видите, что вы это не носите, вас это не радует, это поломано. Не нужно переставлять с места на место, потому что вот одна буквально какая-то вещь, она может нести настолько сильную энергетику, которая вот все ваши действия, которые направлены на привлечение денег, они просто будут каждый раз нарушаться, потому что именно эта вещь, она вот несет вот такой негатив, она постоянно будет прерываться в ваше энергетическое поле и нарушать вот те потоки, которые будут. Поэтому, пожалуйста, большая просьба обратить внимание на эти моменты. Вы знаете, в какой-то степени кто-то скажет: боже, какая тяжелая практика. Мы можем сказать вам только одно, что эта практика, возможно, сложная для кого-то, но она очень действенная. И после того, как вы ее проделаете, в скором времени вы заметите реальные изменения в своем финансовом состоянии. У вас начнут появляться деньги. Вы сможете многое себе позволить и даже изменить. Результат вас приятно удивит. Главное, не забывайте все делать правильно, соблюдая последовательность и желать этого от души. Тогда и у вас обязательно все получится, и денежная энергия будет присутствовать в вашей жизни. Друзья, желаем всем денег, удачи, благополучия. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране видите два прямоугольника, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ, услышимся с вами уже в следующем видео.